Когда приезжаю, я вижу, насколько это развитая, насколько это культурно обогащенная страна. Очень сильно понравилось. Муж мне показал все самые красивые места здесь в городе. Поражена, так удивлена. Это было так красиво. И я каждый день в городе гуляю и наслаждаюсь красотой этого города. Вот этот опыт, это было просто бесценно.未来规划主要还是想做俄罗斯旅游这一块，走俄罗斯这一块还是比较传统的，想尝试性的做一些新颖的一些东西，把这边的旅拍文化然后一起带过去，带着中国的年轻人去体验一下异域风情。До сих пор я обожаю путешествовать по Китаю. Для меня это то, что никогда в жизни теперь я не перестану делать. То есть мне очень нравится не только сам город, но и люди, которые здесь. Вот это ощущение, которым меня окутали теплом и заботой. У меня есть сын, он здесь растет, ему 2 года. И я очень счастлива, что он тоже это все видит и все чувствует.